Я знал, что тебе на трупейшн вонюй. Говно. Да блин. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Чебузаверик, Сайбер, Васаби, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Давно у нас не было крутецкой рубрики на моем канале «Аниматроники пугают охранника». Картов на всем, два аниматроника и два охранника. Если опять кушайте, приятного аппетита, мы начинаем выживать, угорать и веселиться. Погнали. Ребята, обязательно прямо сейчас, кто любит эту рубрику, напишите в комментариях плюсик или нам нравится, и мы сразу будем записывать крутые серии, так как вышла новая карта. Она очень простая, но она прикольная. С одной дверью. Смотрим внимательно. Вентиляция пустая, никакого вонища не слышу. Так, открываем здесь. Идет. Закрываем. Так, теперь с этой стороны. Зашел. Блин, прикольный скример, кстати. Блин, надо снять с этими скримерами. Какой аниматроник самый крутой? Раньше этих скримеров-то не было, а их добавили. Страшный звук. Страшный урод. Берем еще раз оружие. Перезаряжаем. Так, отлично, открываем. Ай, блин. Как ты там своими щупальцами стоял? Блин, ну это прикольно было. Хорошо, я тебе поддавался на самом деле. Я тебя поймаю. Блин, надо оружие какое-то взять мощно, буду отстреливаться. Давайте СМГшечку возьмем. Так, давай, закрывай. Я их очень боюсь. Дима, я от него бегал по всему офису, потом выбежал, закрыл его и убежал. Так, внимательно смотрим. А какой аниматроник такие звуки издает? Это из FNAF 2. Так, я не знаю, кто это уже. Смотри, не FNAF 2. Осторожно. Он меня не увидел. Отлично, спускаемся. Главное, что я выжил, хоть разочек. Так, сюда. О, я знаю, что мы будем сейчас делать. Стой. Назад. Минируем. Отлично, давайте здесь заминируем. Мы хотя бы будем знать, что они идут. Отлично. Страшно, звуки идут. Если этот ролик наберет 3000 лайков, то мы снимем аниматроники пугают охранника с админским пистолетом. Охранникам выдадут админский пистолет все-таки, и мы будем так их наказывать, как никогда. Отлично. Заходи. Мы теперь будем слышать, если они идут. Сейчас я себе еще оружие выдам. Ай, блин! А, я испугался на самом-то деле. Хорошо. У меня раз отмазка, мы тебе поддавались. Случайно. Эй, ты опять тут где-то ходишь? Эх. Отлично. Так, стой, я еще тут не заминировал. Минируем все входы. Так, пойдет. Там заминировали. Здесь бомбу поставили. Что? Чего его не убило? Так, надо еще раз пониже тут. Ай! Ай, блин. Придурок. Так, надо еще раз пониже поставить. Так, я понял. Так, пусть горит, сейчас потухнет. Уходи. Да ты задрал. Выходи, подлец этакий. На. Понюхай. Да как ты выжил? Ладно, я бегу, я вспомнил. Минируем им тут все потихоньку. Так, зашкиримся. О, зараза! Ты меня увидел, да, все-таки? Увидел. Я тебя знаю. Ты конченый. Так, давно у нас не было вот этого оружия. Стой. Закрывай. Это отличная новость. Все-таки бомба показала, где он. Так. Отлично. А в следующий раз она уже не покажет. Просто бегу, разминирую их. А я буду ставить их. Кого-кого? Вон там, внизу. Вон там вентиляция уже. Эй, чё за призраки летают?
А на дверях нельзя поставить. Мы вот так поставим. Так, открываем. Так, мы теперь сможем смотреть, кто там проходит. Так. С этой стороны никого нету. Так, слышишь, слышишь, он рядом прям подошел. Вот, под эту дверь стоит. Да, 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 да. Ля крыса. Уходит, уходит. Ну, отошел на 2 метра и сейчас стоит. А, за труп нельзя пройти, отлично. Это такая ловушка будет. Кто захочет к нам попасть сюда? Он громко стреляет. Вылезай! Ты застрял, ты застрял. Я знал, что... Да как? А, вот так, значит. Хорошо. Я твое лицо запомнил. У тебя его и нет. Я через вентиляцию проник вам. Да я понял, я понял. Уходи, ты... Я хочу от них побегать. А, иди, главное, иди. Главное, я тебя убил. Да, у тебя получилось. Я хочу поднять. Так, что за искра? Поиздевайся, поиздевайся. Так, опа. Вижу, 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 идет. Отлично. Я тебя обманул. Закрываем. Закрываем. Так, давайте вентиляцию откроем. Тут все жарко уже здесь. Так. Жарковатенько. Ой! А, у меня аж волосы зачесались. Блин, прикольно ты нас наказал. Я такой смотрю на него, пригвождаю, и он меня пугает. Так. Вентиляция! Вентиляция! Отлично. Теперь, если мы будем сюда заходить, они к нам не попадут никак. Хорошая, да? Ой, место отличное просто. Ты ж, блин, гвозди! И как я через вентиляцию пройду? Ты чё? Ладно, я подожду, и они пропадут все равно. Не пропадут. А, ты меня... Красавчик, красавчик. Наказывай, наказывай его. Эй, открывай. Ну отпустите меня. А я уйду. Ты где его там пригвождаешь? Вентиляция. Он вентиляции, да? Мне кажется, он надо открыть дверь, как-то жарко встало. Так, с этой стороны никто, с этой еще никто. С портала. Так. А я могу, интересно, с портала пригвождателем бахать или нет? Сейчас мы посмотрим, ребята. Тебе его, наверное, так закинули бомбу, портал, как провалить. А нельзя пригвождать через портал, а не, можно. Пролетает, пролетает на стенку, видите, ударяется, но и в портале остается, и в стене, это очень странно. Ой, я застрял. Можно уйти, нет, не надо. Запрещаю. Так, открываем охоту. А! Хорошо. Говно! Я тут себя разломаю. Я пригвоздил тебя все-таки. Я смог тебя пригвоздить. Так, хорошо, хорошо, молодец. Почему в воздухе? Почему я подлетел? Где он? Где он? На тебе. Есть, я пригвоздил, я пригвоздил. Нет. Ах! Да я ж думал, пригвоздил! И на контроле можно немножко передвигаться. А, я вспомнил, да, эту фишку я вспомнил. Да подожди, я пригвозден. Я понял, я понял. Ну за что? Да ты задрала, морда собачья. Я тебе выйти не смог, я вообще-то свой. Привет. Как тебе? Да зачем? Закрывай, закрывай, на всякий случай закрывай. Идем со мной, обойдем их. Пошли. Да я вас сам обойду. Пошли, пошли, пошли. Так. Зубр, что делать? Идем сюда, тихонечко только. Не стреляй, чтобы они не поняли, где мы идем. Хорошо. Очень нет, хорошая нет. Тактика, называется тактика крысы. Называется, они сидят в офисе и говорят, что мы идем. Да, 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 мы идем. Нет, мы в офисе сидим, ты что забыл? Тим, ты что забыл? Мы реально в офисе. Так, осторожно. Куда вообще мы идем? Я уже забыл эту карту. Мы так давно на ней записывали. Мы куда-то идем. Подожди, я знаю, где они. Они из офиса пошли в заднюю часть.
Заднюю часть жопы, что ли? Не-не-не-не-не. Я через вентиляцию щаском в офис попаду. Подожди, я что-то слышал? Нет, ничего не слышал. Проглючило. Почему тут? Я тут бомбу видел, вентиляцию, я понял, где вы. Пятачок, ты где это? Вон пятачок, подожди меня, пятачок. Где вы? Не вентиляции. Я понял, ну в какой? Вам показал. А ты там проверил? Там проверил? Где там? Тут мина. Отлично, отлично. Че, кругами что ли ходим? Ничего не въезжаю. Да, мы кругами ходим. А давай их отсюда пригвождать. О, давай, идем. Блин, как дурачки, нарезали целый круг, блин, и вернулись. Где? Обращайтесь, мы профессионалы. А, стоп, я говорю, спойлер, вы просто круги нарезаете и нас обманываете. Ну да. А, это вы сами. Давай. Два дебила, это сила. Ой, блин, дверь. На, отлично! А, марионетка! Ну, зараза, молодец! Молодец! Дима, ты думал, я не умный, а я еще какой умный? А нифига себе, ты какой умный! Слышь, ты морда марионеточная, я тебя найду! Я тебя знаю, я тебя найду, да? Я тебя знаю, ты конченый. Ищи меня, давай. Так, давайте будем еще минировать. Не надо. Надо, чтобы мы знали, где вы ходите. Так, отлично. Кто за... На. Ну опять, ну ты задрал. Я в тебя кинул бомбу. Ну не успел взорвать. Не успел взорвать. Вы научитесь закрывать? Мне просто... Нет. Да на проветривание, вы на напердили нам тут. Так, двери, правильно сказал. Все сказал ты правильно. Открываем. Так. Не разминировали все бомбы? Ну, зараза, а. Я тут стараюсь. Так, сюда идем. Так, отлично. Ребятушки, все, пока мне все хорошо. Где что? А где ты был? Так, закрываем. Дима, васаби больше нет. Он на гвоздях. Это хорошо. Привыкай, ты будешь теперь постоянно на гвоздях. Это звучит как будто приговор. Убили нашего. У меня ноги. Так, поставим. Еще давайте поставим здесь бомбу. Отлично. Ой, пропали. Отлично. Угомони его. Псих, какой-то псих, да? Такие охранники у нас сегодня. Минируют все. А вентиляция? Так, а я заминировал все. Да ты задрала. Я пропал. А, тут огонь. Я горю. Так-так. Стоять, куда побежали? Не надо. Я знаю, твои гвозди, они опасны. Да-да-да. А где ты? А ты мне ничего не сделаешь все равно. Мы тебя пригвоздим за это. Эй! О, привет. Че там, нормально веселимся? Да немного тошнит только. Дай прыги. Вот и идет. Закрывай! Да блин! Хорош, мужики, вы чё? Успокойтесь. Где эта крыса сидит там? Так, надо как-то разминировать мои же бомбы. На! Одно хп, это, знаете, везение. Оно горит, мне, наверное, не задамажит оно? Посмотри, где я его сейчас буду. Так. Отлично, отлично. Потихонечку продвигаемся. Куда вы продвигаете? А? Нормально все. Продвигаемся в нужном направлении. А я чебузаврик. Ну что? Ты что, тварь? Где они? Потому что я знаю. Да как? Я не люблю вентиляцию.
Так, идем быстрее, валим отсюда. Я, короче, нажал кнопку самоуничтожения. Это когда все аниматроники должны умереть. Ладно, я самоубийца. Так, валим. Отвали. Иди сюда. Это будет черная стена. Какой? Иди сюда. Быстрей. Ой, вот они, нет, я не хочу умирать. Тебе придется умереть. Я знал, что тебе на трупейшн вонюй. Говно. Это блин. Это было прикольно. Повеселиться. Какой-то мини-игр. Где я? Вижу. Игре рыбака. Тут сейчас должен быть скример. Ну-ка проверим, будет скример или нет. Мини-игра. Я куда-то упал. А что, раньше скример был? Нет, мини-игра. Нет, это мини-игра. Я провалился. А как эту мини-игру играть? Дима, слышишь вот эти вот звуки? Да. Ё-моё, я ж знаю, что был скример. Вам тоже был скример или только мне? Стижи, ты кричишь. Это растяжка. Я тоже кричу, да. Нет, это был скример с самой карты. О, где это мы? Эй, что за жо... У тебя там просто, у вас тоже разовая игра. Подожди, а чё мы? Ай! Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и после мои ролики еще. Эй, просрала что ли? Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Пика, Тимончик, Секрет, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Все написали в комментариях, и просто сотни писем пришло, чтобы я записал аниматроники Пугают Охранника и обязательно играл за роль аниматроника. Если опять не кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Погнали. Пацаны, ну что, правила простые, у вас должна быть всегда открыта одна дверь. Если вы дверь не успеваете закрывать или как-то провтыкиваете ее, убивая всех троих. Знаете, как это будет происходить? Правильно, вот так вот. Дима. Так, начинаем издеваться над пацанами. Сначала буду медленно ходить. Давайте возьмем аниматроника чуть-чуть помедленнее. Вот этот вот, смотри. Не успел. Вы не успели. Потому что толпа была. Ну ничего. Да какая толпа, у вас 3 человека, все очень легко. Так, я иду. Давайте сначала будем немножко подрепетируем, чтобы вы поняли, как все. Молодцы, видите, дверь закрыта. Иди сюда. Да, я убегаю. Я вас обманул. Ребята, сразу ставьте лайк и подписывайтесь на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. Стараемся снять что-то очень крутое, веселое, которое поднимает людям настроение. Тихо. Да, следите. Ну что, не ушел с этой двери? Поиздаем звуки. Тебе что тут? Следующая рубрика, которую, ребята, у нас будет на канале, угадай аниматроника по звуку. Давно не было, поэтому сразу будем записывать эту рубрику. Даже не обязательно собирать 3000 лайков. Ну. Да блин, да ладно, успели. Ах, вы такие, хорошо. Не забыл твою текстуру на лице. Ну, зараза. Знаете, хотя... О, привет. Вы мне дверью... Как? Я же железный аниматроник вонючий. Хорошо. Блин. Короче, я буду смотреть и открывать. Вы говорите, я буду сразу закрывать. Если что, хорошо. Поломанный Фредди идет. Успел. Вы молодцы, хорошо играете. А мы открыли... Так, он с другой стороны идет сейчас будет. Да блин, да ладно, успел! Вы красавчики, вы очень хорошо играете. Хорошая команда, пацаны, мне нравится. Нет, иди сюда. А кто-то жопу вытащил? О, привет. Привет, нельзя там прячется. Видите, я играю пока из-за медленного аниматроника. Он к вам идет. Если вы сейчас 3 раза подряд сможете закрывать четко, я буду брать немножко быстрее аниматроника.
И в конце вообще у нас будет очень быстрый аниматроник, поэтому обязательно досмотреть ролик до конца. Рекомендуется. Он там сейчас пойдет. Он к вам идет. Нет, он с другой стороны, он с другой. Так, надо взять аниматроник, который звуки классные издает. Он сейчас пойдет. Ой-ой-ой. Это Фокс. Иди сюда, секрет. Он с моей стороны идет. У меня конура есть. Нет, ну так не по-честному. Приближаюсь. А ну проверим, могу убивать? А, я не могу убивать, это добрый режим. Крутой. Согласен. О, теперь я злой стал. Ну иди сюда, секрет. Секрет, иди сюда. Он ой, я могу на картофанах. Вот это я быстрый! Ну-ну-ну-ну-ну, зараза какая, молодец! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Да ладно! Да как вы успеваете? Я думал, ты дверь откроешь, так обрадовался и прям жду, что ты откроешь. Бомбный голос у него. Давайте зеркала поставим. Чтобы не видел нас. О, я успел. Да так, вы молодцы, против. Вообще вы очень хорошо играете. Тихо. Так, теперь я должен обмануть. Вот именно за Фокси я должен обмануть. Сейчас мы попробуем. Смотрите, ребята. Играет профессиональный обманщик. Пожертвовал своим. Ай! Меня убило, нечисть. Тихо. Вот за дверью, вот там, он там за дверью. Вы видите, да, меня? Нет, я тебя не видел, но это понятно было. А. Ну ты зараза! Да ну как вы успеваете? Вы телевизор поставили? Молодцы. Будете что, футбол смотреть сейчас или что? У меня некоторый вопрос. Откуда ты взялся и убил? А я на шиф бегал. Ой, нужно ему, короче, зеркало вот так вот сделать, чтобы он нас не видел. Стой. Смотрите за дверью. Потихонечку идем. Давайте другую дверь. Стой, отойди, секрет. Озвучка на высоте, как всегда. Да уйди. Блин, вот голос. Прям такой молодой. А что ты мне показываешь? Экран. А это кто-то поставил? Я не знаю, кто ты из вас. Это я поставил. Вот, злая. Привет. Ну, хорошо. Ты хочешь моей жизнью жертвовать? А блин, как же обмануть вас? Ну это что, я не успеваю? А тут у нас дверь сломалась. А чё? Зеленое должно быть, когда закрыто. У нас оно белое. Да что ты врешь, блин, я поверил тебе. Нет, это на этой двери, которая открыта. Есть! Молодец. Отлично, так. Так, видите, вас легко обмануть. Ну, в принципе, очень сложно, если натренироваться тактику выработать, в принципе, очень сложно вас будет подловить. Ой, баганы. Во, мой любимый эндоскелет. Очень быстрый, очень. Так как у вас уже повыше левел, будем вас очень сильно подлавливать. А мы видели тебя по камере. Сейчас смотри. Должен. Вот он. Я слышу... Секрет, звук повторяется, это громко. Слушай, смотрите, да. Есть! А зачем вы дверь открыли? Хорошо, мне нравится. О, давайте возьмем марионетку, мне она очень нравится. Да, я так буду долго идти к ним, лучше побежать. Ключ положим, чтобы этот... отвлекся. А я звуки не могу, да, никакие больше издавать, только вот так вот. О, привет! Это что было? Ты хотел пожертвовать собой, у тебя это получилось. Я хотел тебя... Ну, блин!
Да я же вроде прошел, вы видели, даже руки торчали уже внутри. Да, руки торчали. Да как так-то? Ну, есть. Поцелуй смерти называется, от марионетки. Скажи честно, сзади стоял. Да не. Так, давайте, а кого мы еще возьмем? О, давайте вообще с другого пака. У нас здесь что-то такое прям вообще яркое, очень быстрое. Вот этих вообще мы не брали очень давно, аниматроников. Какой? Фредбер идет. Фредбер пришел. Огромный, мощный. Ой. И невидимый. И невидимка. Ого, он быстрый. Смотрите, смотрите, смотрите. А ё-моё, да что ж вы убиваете друг друга? Ну блин. Мы умеем играть. Да я вижу. Писить. Так, ждем, пока дверь какая-то откроется. Так, вот две двери закрыты, это нечестно. Да, не клацу двери. Это АСМР. Мы знаем, что... Привет. Да ладно, ну как, у меня башка, что ли, не пролазит из-за текстуры, что ли? Я, наверное, большой, да, для этого офиса, я так понимаю, не могу никак пролезть туда. А вот этот мы вот? Сейчас бомбу заложим тут. Ой. Не надо, не клади. Клади секрет, не надо. Не, бомбу не надо ложить. Это бомбу я буду ложить в конце ролика, чтобы вас всех убить. Подождите, я застрял текстурой. Здоровенные кабаны у меня здесь. Да, блин. Ого, жизни дверь отнимает. 5000? Да? Что это за двери? Фаталики ребята, сделал. Ребята, это идея. Мы знаем, что... Я потому что быстро закрываю. Ой, ой. Проверяю текстурки, все работает хорошо. Я тоже проверяю. Я не могу сюда зайти? Эта дверь удаляется или нет? Она же интересно. О, можно. До свидания, я вас закрыл. А, не. О. Прикольно. Привет. Я тут, сзади. Дурак, что ли? Ой, блин, я телепортировался, видели? Я забыл, что да, можешь телепортироваться. Так, ну эти аниматроники очень такие, знаете, сложно ими управлять. Они какие-то гигантские. Хитбокс у них здоровенный. Тимончик, может, ты будешь приманкой? Тимончик, может, ты будешь приманкой? Во, давно мы не брали вот это. Да, все. Текстуры бомба. Я уже приманкой выступаю. Я сзади него. Это что за щупальца? Я из кладовки выглядываю. Стрёмно? Привет, Тима. А, он телепортируется еще. Ой, сейчас попробую телепортация вас убить. А, блин, башкой бьюсь. Дима, ты знаешь, где я? Нет. А я сейчас тебя найду, ты не переживай. А вот видишь, дверь открылась. О, я хочу как раз есть. У меня обед. Спасибо, что ты ко мне пришел на обед. Молодец. Всё. Очень вкусный. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай, есть! Упи шерсть. Ты откуда делся? Ах ты, зараза. От меня еще никто не... Не убежал. Прикольно, да? Когда тебе мочат со спины. Так. Балунбой стрёмный, да. Ух, смех у него крутой. Привет, Дима. Ну, знаешь, у меня чайка нет, это что, извиняй. Не приму в гости. А то у тебя... Ого, у тебя пропеллер. Сейчас он на башке выжил. Крутится. Ну. Так, я по-любому должен... Давайте вот так сделать такую себе фишку, что я должен по-любому убить. Как-то забежать... Обмануть даже вот с такой скоростью, я как-то должен обмануть. Видите, я это сделал. Быстро выходи с моего офиса. Быстро вышел. Ты мужик, а? Все, ребята, теперь я охраняю пиццерию. И что вы мне сделаете? Сейчас мы его взорвем. Не-не-не-не-не. А ну давайте, ничего вы не сделаете мне. Стекла здесь бронированные. Нет, это так не работает. А, вы мне сейчас жертву сюда, да, подкинете? Я буду его убивать. Выходи, я тебе даю шанс выйти отсюда. По башке двери получи. Дима, смотри. Быстро выходи. Ух ты. Так, ладно, надо валить. Ой, какой огонь яркий. Так, валим. Дима, мне не кажется, что история повторяется. А разве такое было когда-то? Ну да. Когда Драгон начал резню. А, да, ну Драгона видишь, его здесь нету. Он еще с той серии не оклемался.
Ну что, давайте, можете меня пострелять по мне, давайте, атакуйте меня. У меня, кстати, у меня много жизни, я сейчас возьму где мало жизни, чтобы у вас шанс был меня убить. Вот 10 тысяч жизни, сможете убить? Так, уклоняемся, уклоняемся. Ну что, давайте, заходите ко мне сюда в офис, я вас жду. Ой, он в офисе? Я знаю, но... Ой-ой-ой-ой-ой, что за оружие? Что оружие так много жизни? Дурак, что ли? Сквозь стены, зачем ты тебя сквозь стены бьешь? А, это аниматроник такой. Ладно, давай сейчас возьму, который не бьет сквозь стены. Это нечестно. Все, я взял. Ты меня видишь, что ли? Нет. Я сейчас бомбу ему туда закину. Надо валить, они меня убьют сейчас. Ай, кровавый понос! Ай-яй-яй! А, вот так, хорошо, хорошо. Да ты задрал! Да как? Да как вы, что ты задрал меня? Так, надо свалить. Надо свалить. Так, кого же мне... Давайте все-таки взял опять маленького. Но им будет тяжело меня убивать. О, отличная нычка. Игрушку нашел прикольную. Ой, сейчас в туалете здесь поставлю... Ой. Для того, чтобы эту игрушку уметь пользоваться, надо еще научиться. Ну, мы умеем. Не знаю, вот это... Давай, поставь. Вы сами себя взорвали. Сами себя взорвали. Правильно я понял? Я ее взорвал? Да. Ой, вот. Да тихо, 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 и застрял. Ого, все горело. Жизнь не тратится? Да, очень сильно так, тратится. Так, уходим, уходим, уходим. Ничего не видно. Надо мощнее по бомбу поставить. Сейчас мы, ребята, поставим. Надо, надо. Не, зачем? Мы сейчас поставим гигантскую бомбу мощную. Во! Давай, взрывайся, зараза! А чё ты не взрываешься? Ой, головой бьюсь. Я не могу бомбу взорвать, чё такое? Дима, лампочки, которые ты поставил... Ой-ой-ой, я видел, они, кстати, разлетались все по карте. А это я уже взорвал. Одевайте противогазы на... Последний раунд. Сейчас, ребята, я на карте запрячу бомбу. Пацаны ее должны в течение минуты найти. И если они взорвут бомбу, то они проиграют. А если они убьют меня, то они выиграют. Сейчас, 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 сейчас. Вот мой любимчик. Ну что, время пошло, давайте. То есть мы должны ее взорвать? Да. Нет, вы должны меня убить. Ах ты тварь, ты меня увидел! Вы что думали, вы сильно умные? Так, давайте бомбу быстренько ставим. А бомбу мы поставим, ну и такую небольшую. Сейчас ядерно поставишь. Вы сами себя взорвали! Я случайно. А, я, кстати, и меня убили, значит, ничья. Я умер тоже. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики. Ищем. Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Dark Dragon, Пингвинус, Сайбер, Васаби, Секрет, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем хай, ребят. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта FNAF 2 и новейшая серия по режиму аниматроники пугают охранника. У нас сегодня 5 охранников и один злой аниматроник. Буду играть за аниматроника и наказывать пацанов максимально мощно. Если пятики, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Я тебе говорил, не едь протухшие батарейки с мусором. Отлично. Драгон. Я знал, что я тебя накажу. Спустя сколько? Месяц, да? Помоги! Отлично, отлично. Анскил.
Буду пока мисс видимый, а уже дальше туда я буду брать невидимость. Так, в маске? В маске, ой, я вижу. Будем наблюдать внимательно. Так, в маске. Рик, Рик так прикольно в маске смотрится. Кто это? Где эта жопа? Я всего лишь... Сейчас мы прицел откорректируем себе. Вот так, правее, чтобы я прям хорошо все видел. Я всего лишь второй аниматроник в этой пиццерии. Как же в этой маске душно. Ребята, помогите, он еле... Пацаны, как ты меня не можешь найти, да? Даже, а, в маске. Блин, да как ты так успеваешь одевать? Ого, у него глаза злые. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень классное, трендовое, которое попадает в рекомендации всем. Дима, обернись. Да блин, откуда этот челепиздер? Так, кто мне по жопе дал? Это секрет. Меня маска забагала. Вы сегодня издеваться над лишь аниматрониками. Хорошо, хорошо. О, привет. Я знал, что я тебя найду, я знал. Эх, пойдем сюда. Так, сейчас возьмем другого аниматроника, побегу я в себе в офис. Я карася пытался. От 1 до 10, как выглядит карась в маске? Всем слабо. О, волчара. Очень люблю волчару. Нет, это не тот волчара. В дверном проеме застрянешь. Отлично, выйдешь, отлично. Что-то. Ой, что это за звуки? Банан, ой, извините. Ребята, кто хочет с нами записывать классные ролики по Гарри Смоту по разным играм, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Дима, если что, я пиццерию в аренду взял. Так кто это? Где ты? Да где это челепиздрик? А-а-а. Подожди, давайте думал, мы можем тут... до Драгона, как вам идея? Да вы задрали! Чё, Диман, скилл, да? Отлично, отлично. Никто не останется в живых. Как дела? О, карась. Здоровый, да, я кабан, согласитесь? Да. Очень большой. А я всего лишь, а поджопники а я всего легко. Лишь Фредди с халатиком. О, танцует, стоит. Такой, наверное, знаешь, что могу сделать с тобой, Дима? Попадись мне на глаза, ты тогда тепло. О, камеру поменял. Вот это я здоровый, я просто гигантский. Я тоже. Ну что, ребята, сейчас я буду вас жестко пугать. Давай, Дима, беги. Как я умер? А вот не можешь, а вот не можешь. Ты что, решил пригвождателем? А-а-а. Вот так, значит, хорошо. Мы тогда возьмем сейчас маленького челепиздрика, а я буду бегать. Дима, на волка, посмочить. На волка, если что, маски не работают. Сейчас какого-нибудь волка возьмет. Ай, пуш-трапик. Челепиздрик. Отлично, не успел. Ты не успел одеть маску. Блин, а. Ну ладно. А. Бывает же. Закрывайте его со мной, давай быстрее. А, закрывайте, закрывайте. Давайте его в каморке закроем, он там будет. Да вы чё, идём? Прикольно, прикольно. Да успокойся, Дардраган, это ты что ли? Вот это кровавый понос. Отлично, отлично. Блин, настроение классно. Надеюсь, ребята, вы сейчас смотрите ролик, улыбаетесь и мгновенно ставите лайк. Так, теперь буду вас по очереди высмыкивать. Все, в данный момент маска не работает, только в коптерке прятаться. Блин. Да, потому что вы читеры. А где двери? Так, сейчас мы... Ты ее снес. Я ее съел? А, реально? Хорошо. Да, ты ее съел. Я же тебе говорил, не ешь протухшие батарейки. А хорошо, ты их съел. Так, у нас есть сохранение. Сейчас мы вот так сделаем. Грузить. Отлично. Все, теперь я же двери жрать не буду. Дима, ты где? А ты что, на меня охоту открыл? Уходи отсюда. Это я, это уже вас с вами присоединился. Да вы задрали, вы что такие злые? Я же должен вас пугать, а не вы меня. Вот ты сегодня наоборот. Без маски. Ах, блин, патроном и меня откидывал. А, я застрял, я застрял. Да ёкало, мы накакало. Да что такое? Да ну, блин. Получил. Да вы задрали, это ж нечестно. Я его пригласил к двери. А я, честно, у нас маску забирать. Маска не работает уже, отлично. Ну ты забрал у нас маски, и мы решили отомстить. Ну все, теперь я буду вас по очереди его всех мочить. Я стал очень злым. Следующий левел. Аниматроник стал намного злее.
пойду в коптёрку. То есть он будет два раза быстрее, два раза сложнее от него будет спрятаться. Я могу другой режим включить? А нет, давай, не могу. Давай, давай, давай. Когда он зайдет. Да ё-моё, пригвоздился! Смотри только на вы задрали, ну смотрите, что они делают, они меня пригвождают. Ай! Сейчас пройдет. Я могу телепортироваться. Нет, не могу. Бежим! Тут бомб. Dark Dragon, ты идёшь? Мне кажется... О, подожгли, мне нравится. Садите, пожалуйста. Отлично, ребятушки. Ну что, начинаем наказывать всех потихонечку. Кто следующий? Слушайте, я сейчас накажу. Блин, секрет. Ого. Тебе придется пожертвовать собой. Ты должен пойти к Диме, а я одновременно... Блин. А я одновременно умру с тобой. Ой, красная граната дамажит. А у меня жизни много. Ого, вы тут набросали! Меня взорвет. Мы тут взрываемся! Так они пищат в ушах, все. Да нифига себе, вы накидали... А как мне пройти к вам? Вот как? По вентиляции. О, я могу прыгать, смотрите, я с прыжком не могу ходить. Ой-ой-ой, жопа подорвейшн. Жопа подорвейшн, убегейшн. Я попрыгал. Дима, ты забрал у нас маску, мы заберем у тебя аниматроников. Блин, прикольно, он прыгает. Ну что, ты забыл, что у нас такие аниматроники есть? Давайте наш офис этот как-то приубираем, а то у нас тут все горит. Destruction, obligation, domination. Смотрите, чекаем Димаса, ждем, когда он придет, и сразу открываем огонь на счет 3. Где сюданский? Да вы задрались в гранаты! Блин, я вас засуну в одно место, эти гранаты. О, пошло. Не сможешь. А как же я туда попаду? Я ж не попаду, только через красные гранаты эти. Я украсила наш офис. Ой-ой-ой, все горит. Туда плюшево, все горит. А, как же пробиться через... Дима, нет, не могу. А как пройти? Тебе... Сейчас, у тебя динамит, отойди от меня. Да ну как, я заглючил этих красных гранаток вонючих. Ну и что делать? Все, Дима, ну, сегодня как? Серия «Охранники пугают аниматроников». Нет, я не сдамся. Издеваются над аниматрониками. Это точно, что издеваются. Просят аниматроника. Слышите? Мне показалось, кто-то вентиляцию, на всякий случай. Знаете, можно как сделать? О, есть аниматроник должен, который вроде громко кричит. Да дракон, ты заклебал. Мы все испугаемся, если он будет громко кричать. Хватит нас убивать, что мы здесь сделаем? У меня уже компьютер лагает. Вот это тут все горит. Я пробиваюсь. Да ё-моё, ну дайте мне пройти. Я пошел в бункер. Пригвоздили, ну зараза, а. Дима, ты теперь картина, радуйся. Это точно. Ты стоишь миллионы долларов. Да что делать, я не могу вырваться. Ну что за вахханалия творится? Дима, разблокируй. А я, блин, не могу ничего сделать. Сегодня серия охранники дудосят аниматроников. Это точно. Сегодня серия аниматроники. Я разозлился очень сильно. Сегодня серия. Давайте все в кибитку уходите. А я не могу. Дима, а если я поставлю гигантскую пушку? Она тебя не спасет, я тебя замочу и так. Давай проверим. Ах ты! Я фонарик включил. Я тебя полиция. Задрали опять три гвозди, а? Ну и зараза, а ну что поделать? Ну ничего не могу сделать. Ничего. Давайте я его побыстрее. Ну вы смотрите, ну это точно вы издеваетесь надо мной. Я же хотел вас попугать, ну что не делать? Ну как вас попугать? Мне кажется, одного аниматроника недостаточно. Убили! Сейчас будет аниматроник босс. А вы задрали. Мне кажется, одного аниматроника мало. Хватит. Ты издеваешься? Драгон, да, все придумал. У тебя атомный пердеж, Драгон. Мы должны аниматроника убивать. Смотрите, Дима, дай нам фору 2 минуты. Да я не могу даже пройти через ваши гранаты красные. Вы меня сразу убиваете. Unskillful. Это бред какой-то, как пройти? Я позвал Китафурика. Я сейчас подождем, дым сойдет. Да не бросайте бомбы! Алло! Кто это у нас? Это я тебя там еще сейчас. Ждем Димаса!
А я ж посмотрю, где вы там. Да ладно, ну что за бред? Да как вы меня убили? Оп. Хорошо. Блин, мне эти гвозди теперь в башке торчат. Нас убивать! Нас убивать свои же! Васаби, я не знала, что это. Главное, чтобы Дима тоже умер. Слышите? А то, что мы там, мы тут... Ой, это... Какой-то Фредберг. Что за Вторая мировая, алё? Давайте его пулемета. Дима, я готов! Да вы что наделали? Ну как пройти? Я же не могу даже зайти к охранникам. Короче, охранникам дали оружие. Видите, что будет, когда охранникам есть оружие? Что они делают с аниматрониками? Они просто их уничтожают. Пингвинус, отойди! У тебя есть 2 секунды, чтобы отойти и не умереть. Я сейчас знаю, что я сделаю. Вы тоже сейчас умрете. Мы не охранники, а залы какие-то. Мы не охранники, мы какие-то лейтенанты. Да вы убийцы. У нас тут пулеметы везде стоят. О, я знаю, сейчас все ждать. Так, сейчас, ребятушки. У меня есть идея. Сири, закончи. Как вы поставили? Они не стали. Они решили нанять армию. Это точно. Мне кажется, это уже FNAF 3 какой. Они не ходят по карте. Я хотел заспамнить свои NPC, чтобы они помогали мне вочить вас. Я сейчас тебя отомщу, зебра. Да дурак! Это хватит, пингвинус! Все, ладно, бомбы взорвали. Закончились, короче. Сейчас будем... Так, сейчас мы выглянем из-за угла. Да какие танки? Ой, давай, выглядывай. Сейчас тебя... Со снайперской винтовки. Отлично! А он где? Отлично! Ты перешел мне дорогу, ты убил моего друга. Как мне попасть в эту чертову вашу местность, если там просто вы сделали нереальную блокаду? Ой-ой-ой, как жахнуло! А чем вы стрельнули? Там попал. Это... Ну я говорю, что это было? Часы не врубай. Нет, я обошел вас. По вентиляции. Я бросил ему там приманку, надеюсь, он... Да Драгон, не перди, задрал. Они там вообще что-то делают нереально. Ты своих убиваешь, Драгон. Так, Драгон, ты выполняешь часть моей миссии. Вы что, не знали, это предатель среди вас? Это помощник. Мы убиваем его. Дарк Драгон, это прихвостень Димы. Блин, кто меня пригвоздил? Вы что? Повторяю, Драгон предатель. Повторяю, Драгон. Отлично. Сос. Хватит срать своими минами. Мы Диму не видим из-за этого, когда по нему стреляют. Блин, я когда прыгаю... Знаете, где я сейчас нахожусь? Ну? В вашей коптерке. Я закрылся. Я так и знал. Идите, проверьте, мне кажется, он врет. Подождите, ребят. Да ну задрали, ну чем вы меня убили? Ну чем? Это армейский пистолет, что ли? Вот так, значит, хорошо. А Дима, выйдет бомба! Ему будет ждать сюрприз. О, я сейчас возьму аниматроника, который будет мочить всех на расстоянии. Сейчас я иду к вам. Это фу ППР, берем. Готовьтесь к войне! Я иду. Эндоскелет. Выдвигайся. Покажи эндоскелет, на что ты способен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ничего страшного. Нас это не остановит. Это ты с пушки стреляешь по животу мне? Ах ты, красногранатчик вонючий, а? Это Драгон. Васаби, как ты потом Драгон? Васаби, я сейчас буду целить. Я не могу, я прошел. Отлично. Знаешь, Драгон. Я испугался. Отлично. Что взрывает, хватит. Это уже не аниматроники пугают. Это реально какое-то мясо. Вакханалия. Это уже охранник. Это точно что. Мы уже на войну в пиццерии. Битва за пиццерию, часть первая. О, вы накидали гранат, а я сейчас буду ставить бомбу здесь мощную. И посмотрим, сможете вы ее защитить. В течение минуты я взрываю мощную бомбу, если вы ее не сможете. Если вы меня не убиваете. Если убиваете, бомба не взрывается. Прячем ее в коптерку и закрываем коптерку. А бомбу я поставил. Вылетела на рабочий стол. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. На всем отличное настроение, посмотрите мои ролики. Еще.